Но так как у нас идет выставка «Сибирь.нем», мы поговорим о некой обнаженности, о том, что происходит в связи взаимоотношениями мужчин и женщин в современном мире, и поговорим о каких-то, возможно, мужской энергии, потому что мы все-таки вот три мужика с ней собрались, поговорим об этом, что происходит, какие потоки в данный момент изливаются из мужской энергии. И я предоставлю, наверное, слово Роману Валентиновичу, потом Илье, и каждый немножко маленький такой тезис какой-нибудь скажет, и мы поймем, с чего мы начнем. Вот так. Тезис? Ну, не тезис, мысль такой. Мой давний друг, панк-художник и монархист Женя Малков, когда меня позвал, видимо, имел в виду, что я все-таки культуролог и что-то в целом могу порассказывать забавного на тему, которая нас здесь всех окружает, тема ню, обнаженности. Ну, так для затравки. Мне кажется, что самые первые обнаженные формы, которые человек начал делать, они были лишены какого-то эротического развлекательного подтекста. Я имею в виду палеолитические Венеры, вот эти вот огромные такие могучие совершенно женщины без голов, очень слегка обозначенными конечностями. Это был скорее какой-то крик ужаса, может быть, перед вот этим плодородием, хаотическим плодородием природы, который человек вот так вот реализовал. Но затем вот мне представляется очень интересным, что одно из первых обращений к обнаженности происходит, ну, как мы знаем, у древних греков в античности, в эпоху еще архаики, ну, века примерно с 10-9 до нашей эры. И обнажать греки стали в первую очередь мужчин. У них дошло до нашего времени, ну, такие знаменитые вертикально, почти неподвижно, без движения стоящие статуи мужчин и женщин, курусы и коры они назывались. Вот коры, девушки, они были в длинных пеплумах до ног, скрыто тело. А мужчины совершенно обнаженные. Вот мы как-то дискутировали, с чем это может быть связано. Но пришли к выводу, что мужское начало, как более активное, создающее историю, создающую активную философскую мысль, оно было более интересно грекам, а женское начало, оно почиталось, безусловно, не менее мужского, по крайней мере, в древности, но оно считалось совершенно неразгадываемым. Поэтому закрытость женщины – это указание на то, что познать ее природу бесполезно, как бесполезно познавать природу судьбы или хаоса. Мужчина более доступен, более поверхностен, поэтому его можно обнажить. Ну, тогда давайте я сделаю так. Я сделаю маленький такой вводный какой-то песенный мотив, короче. Это будет некая такая молитва. Вот. Небольшая. Сейчас мы включимся. Раз, раз. Слышно гитару уже, да? Все нам прости, о великий космос, великий космос, вакуумный обними нас, небрезгливо, небрезгливо. Мы с этажа на этаж, лишь бы ближе к звездам, ближе к звездам, чтобы в упор в него, глядя в глаза сказать: храни нас в своем облаке пыли, облаке пыли. Мы так хотели уйти, от него ускользать, ускользать. Корабли веслами били всю твою гладь, всю твою гладь. Ты нас прости опять, храни нас.
Ответите на эти вопросы. Я обозначил в анонсе тему как феминизм, как разрушение каких-то романтических крепостей, потому что, ну, если вы помните экскурс в историю, то есть сам феминизм возник при движении борьбы за права голосования, выборов, там, суфражистки, да, такие, некие суфражистки. Но постепенно феминизм вылился в юридические, борьбу за юридические права, борьбу за права работы и всего прочее. Затем в некий сексизм, борьбу, то есть против сексизма. А затем появилась такая замечательная вещь, которую мы сейчас наблюдаем и в полном объеме поглощаем, это как борьба за гендерные права. Вот. И они настолько вот влились дико, короче, и мне интересно, во-первых, мнение вот присутствующих услышать об этом, потому что, ну, как наблюдать, можно такое очень интересное событие, которое происходит. И вот на мой взгляд вообще, что произошло, то есть готовилось достаточно долгое время почва для всех вот этих вот революционных действий. И вот эта вот гендерная революция, которая сейчас происходит, это вначале легализация какого-то там гомосексуализма, а потом как бы подготовка почвы для толерантности. Вот когда почва толерантности возникла, ну, появилась какая-то вот эта пропаганда и, скажем так, борьба с дискриминациями и там прочими вот такими относителями, затем узаконивание однополых браков, и сейчас это вообще идет усыновление детей. Вот. В нашей стране какой-то некий такой оплот появился. Это так, знаете, когда суфражистки, они же добивались везде выборов, участия в выборах, и единственный оплот, который остался на сегодняшний день, где женщины не принимают никакого участия в выборах, это Ватикан. Вот, в остальных структурах, ну, женщины добились своих прав. Есть выборы. Да, это Саудовская Аравия. Уже есть. Уже с 13-го года. Выборы чего? Ну, они могут участвовать в политических выборах. Да, с 13-го года. То есть единственное, вот, Ватикан держится относительно этого. Кстати, ты затронул тему раз политики, то обнаженности политики. Такой забавный момент. Во всех культурных регионах, где
обнаженности в искусстве было много, человека часто обнажали. Но прежде всего, конечно, это Балканский полуостров, античная Греция и Рим. Это демократический или республиканский стиль власти, гражданское общество. Восток, северные земли, это либо власть жрецов, либо власть совершенно неограниченных правителей, деспотов, царей. И с обнаженностью там было, нет, она была, конечно, там, но она носила довольно-таки редкий, исключительно ритуальный характер. Обнаженность великой богини. Но смертные, они практически, они, во-первых, мало-то и изображались, и, во-вторых, они совершенно не рассматривались как предметы для искусства. Они скорее, ну, смертные существа были фоном для богов. Тогда вот вопрос такой интересный. То есть относительно вот этих традиционных, скажем, систем, ну, опять же, там, взять мусульманство, там, христианство, там же, ну, как, не принято вот это умножение, наоборот, как раз все умножение, оно идет такое, тебя и сакрального, то есть, общения с божественным. Вот. И мне вот интересно, вот у меня вопросы как раз были примерно такого. Вот, у нас же, например, в ментальном пространстве в России всегда же были вот эти вот моральные устои, они придерживались более традиционных, старых как бы, схем. А европейское общество, оно типа прогрессивное, и все, что там было прогрессивно, для нас было патологично. То есть вообще патология. И вот мне интересно, вот вопрос... Ты имеешь в виду, мы извращали то, что там было прогрессом? Нет, мы видели на нашем ментальном пространстве то, что там происходило, кажется извращением. И до сих пор так и происходит, потому что мы сейчас так и воспринимаем по большей части, хотя глобализация, ну, семимильными шагами идет. И вот у меня был вопрос, вот если с нашей точки зрения и европейское общество признало вот эту патологию как нормой, является ли, это указывает ли на патологическую болезнь самого европейского общества, является европеизм, скажем, это образ жизни или диагноз? И не является ли это каким-то вирусом механической системы нравственности? Вот мне просто интересно, насколько мы воспринимаем патологии, или это все-таки то, что виток цивилизации, и мы должны это понимать или нет? Жень, ну ты можешь себе упростить и углубить эту постановку. Себе, да. Вспомни, что говорил Жан-Поль Сартр по поводу других, то есть европейцев. Другие – это ад. Все. Ну да, да. Россия – это святая. Да, Россия – святая девочка, а все остальные… Да, вот вопрос только. Ну, как, является ли это какой-то таким рудиментом, либо это действительно ценно и важно этого придерживаться? Вот. Ты же сам говоришь, что для нашего восприятия Европы свойственно такое преломление через нашу культуру или нашу некультурность, наоборот, что, вот, видимо, европейское становится для нас чем-то пугающе извращенным, неприемлемым. Но, видимо, надо обратиться к глазам смотрящего, а не к объекту, который видится через это искажение. Надо спросить, почему ты считаешь, что русские извращенно смотрят на европейцев? Ну, это как бы вторая интерпретация. То есть первое, почему европейцы такие? Я бы наоборот начал с субъекта, который смотрит. История, которая вписывается в тему этого собрания, началась, пожалуй, в подземном переходе на Павелецкий вокзал. Он всасывает тебя у метро, свою бесконечную кишку, и ты оказываешься в необратимости. Весна очень промозгла, сыро, на полу бомжи. 96-й год, такое пиршество освобожденных людей. Воняет. Один весь скрючился, не вдоль стеночки, как все остальные, а прямо поперек лежит и свою железную кружку под ноги сует. Я, до этого бесцельно слонявшийся по городу, вдруг делаю целеустремленное лицо, как и все, и быстро шагом вырываюсь на поверхность. Тогда я в каком-то полуспонтанном порыве, хоть и наболевшем, конечно, купил билеты до Новосибирска. Там есть друг, не пропаду.
Иду назад. Бомж огорожен ленточкой. Скучающий милиционер, ждущий скорую помощь. В этот момент я полностью выпал из целеустремленного потока. И, похоже, навсегда. Окончательно. Я смотрел на бомжа и думал, какая последняя мысль, последняя вспышка осветила его распадающийся разум. Вряд ли это была обида на черных риэлторов, выкинувших его из квартиры. Или досада, что не так распорядился своим ваучером. Скорее, там был первый поцелуй. Юная девушка, весна, но не такая, как сейчас. Девушка распадалась и уходила. Вот осталось одно колено, ощущение на пальцах. Ведь когда-то они не сжимали кружку. Было ли это предопределено? Вот он заходит в ее комнату, выуживает из пальто подарок, проводит рукой по волосам. Я кричу: «Понюхай его пальцы! Понюхай его пальцы! Они пахнут железной кружкой!» Но куда там? Они уже целуются. Он опрокидывает ее на кровать, обхватывает ноги и раздвигает лбом колени. Озабоченный, она, смеясь, шлепает его пол. Он рычит: «Пальцы! Пальцы! Понюхай пальцы!» Но меня нет, я просто фантазия. Вот только не надо сейчас речевок про то, что каждый кузнец своего счастья, судьбы не существует. Мы же ни черта не знаем. Вообще, кто такие мы? Даже не так. Что такое мы? Не понять, кто заброшен, не понять, куда. Мы понятия не имеем, что такое пространство, что такое время. Гипотезы громоздятся. А если вы не знаете, что такое время, как вы можете судить о судьбе? Может, все это уже свершилось? И я открываю дверь. И я выуживаю подарок из пальто. Нет! Я прохожу к окну и бросаю его в форточку. Сибирские сугробы за меня. Я не проведу рукой по волосам. Подальше от кровати. Пол! Нет, не пол. Стена! Коридорная система. Подальше. Дальше, за угол. Здесь. Я обнимаю ее. Озабоченный улыбается ее. Мы недавно заходили в тройку. Тишина. Новенькие двери, пластиковые окна и студенты в своих экранах. Там, наверное, промеж формул скользят чьи-то тела, чьи-то колени, идеальные модели. Мы стоим и кричим: «Мы здесь жили! Помнишь, здесь Шмидт подбросил свою подругу в танцы, и она сломала ногу! А вот здесь, через пожарную лестницу, помнишь? А в трусах и сапогах, помнишь, ночные разборки? Вот тут меня здорово отметелили! Приключения! А там я!» В ответ безразличный взгляд, ни интереса, ни испуга, тишина. «Вон отсюда! На свежий воздух! Не должно быть тихо в общаге! Склеп! Склеп! Моя общага такая!» Все, что угодно.
Во всех сферах люди, движимые пафосом освобождения, порабощают себя все больше. Концлагерь – выдумка самых либеральных умов. Пафос освобождения – это химера, обманка, западня. Боевые педерасты, либеральные полчища – это стадо одержимых, несущихся к обрыву, как в той притче про свиней. Фашизм, одержимый экологизмом, природой, евгеникой, улучшением рода, кастами – это огромная свиноферма богов. Церковь с ее заповедями, со старушками-разносчицами – нет, не надо. Только борьба. Только мы наш, мы новый мир построим. Только человек. Вы скажете, а как же гармония? И гармонии пуля, если подведет. Гармония. Психоаналитиков куда подальше, вот только что. Но вот Лакан, интересный дядька. Там такая мысль у него есть, что орган – это не часть целого, выполняющая определенную функцию, а самостоятельная сущность. Со своим подчас и не связанными с целым, теперь уже целое в кавычках, функциями. Вот, например, глаз светится, на самом деле. На черта он это делает? Непонятно. Органы каким-то произвольным образом составляют человеческое тело. Во многом совершенно бестолково. Но самый вопиющий пример, ну, как всегда у психоаналитиков, это член. Ты не можешь быть господином своего члена. Плевать он хотел на твои приказы. Зато попасть в плен члена проще некуда. Я не специалист в физиологии, но думаю, женщинам будет радоваться нечему. У них та же ситуация, только геометрия немного другая. И вот ты стоишь, в одном углу ринга ты, в другом член. Хотя нет, какой что-то не так. Лучше так, как Геракл, обвитый кольцами змеи и раздирающий ее пасть. Вот такое противоборство. Тут могут сказать, ну что за монашеские приколы? Мы вообще не христиане. Это у них монахи, там всякий целибат, прочее лишение плоти. Дескать, нужна гармония. И вообще, это же источник наслаждения. Ну не знаю, не знаю. Чем-то это похоже на стокгольмский синдром. Знаете, когда заложники переходят на сторону захватившего? Но если продолжать настаивать на идее противостояния. Просто Геракл, пошире раздвинув челюсти, залазит змее в пасть. Все, я в домике. Я и есть змея. И сколько сразу мстящих эпитетов. Мудрый, как змей, хладнокровный, разящий. Или как-то вырваться. Языковые конструкции... Та же свобода загоняет нас в угол. Назвался груздем. Взмой в небо. Цветок и пить ядрами трясло, чтоб побелел висок. Прожить всем жизнь я одному, отдаться бесу.
скрыться среди могил. Где-то через дыры черепи ждать есть землю постигать, как змея, змея. Христианство, могу сказать, в чем проблематика, мне кажется, потому что с точки зрения каких-то ведических вещей мужчина, он является адептом такой радости и динамики, а женщина – это интуит, она должна все уложить. Получается, что мужчина по природе своей немножко глуповат, потому что он не понимает, что происходит, потому что он не доверяет своей интуиции. Соответственно, ему приходится созидать ментальные конструкции, на которые он в своей жизни опирается. Собственно говоря, если он не знает, куда двигаться, у него возникают страхи. Вот. А у женщины, у нее, скажем, наоборот, то есть ей не нужно думать, она, в принципе, все знает. И женщину портит эмоциональное состояние, то есть большие всплески, ну, когда мы говорим, что все бабы дуры, это вот примерно про это. А мужчину портит то, что он настолько выстраивает гигантские ментальные конструкции, что сам не путается, боится и теряется, и делает кучу ошибок. Вот. Но, на мой взгляд, так как мужчины все-таки активнее в жизни, они сами себе выкопали некую яму, тем, что создали то ментальное пространство, в котором женщина почувствовала себя, в принципе, достойной делать действия мужские. И так как они интуиты и все прочее, у них иногда все это получается гораздо ярче и сильнее и все прочее, они отодвигают, скажем, мужчину на второй, как бы отодвигают, и появляется некий такой отсутствие инициации мужской, и появляется некий такой момент инфантилизма в обществе. То есть, когда... Дедовщины нет? Все. Дедовщины все нету, да, то есть абсолютно нет вот этой вот топора в руке, не с кем воевать, а у женщины топор чувствуется гораздо сильнее. Но у женщины есть другая проблема, что играя в мужские игры, она перестает себя чувствовать, скажем, реализованной в своей природе. Соответственно, целая куча женских психологов, которые работают с женщинами, они, по сути, что делают? Они говорят женщине, что она должна быть женщиной, предлагают ей варианты, которые, в принципе, уже не действительны в этом ментальном пространстве. И в итоге рушится вот этот вот какой-то семейный институт и все прочее. И мне кажется, в этом происходит какая-то такая копание себе ямы,
какую-то. Потому что мы отошли как бы от традиционных вещей, далеко от них ушли и пытаемся выстроить в каком-то на ментальном конструкте вот этот вот взаимоотношения мужчины и женщины, и мы по этой причине приходим вот к этой абсолютно безликой полу-икс, которая сейчас вводится в Европе, там, в других странах. То есть когда человек не определен по полу, ну, потому что, собственно, о чем я и начинал как бы говорить. Вот. Это как бы мое видение проблемы. Но оно не очень буддийское, по крайней мере, в том плане, что в классическом буддизме все есть не более чем иллюзия, исходящая от чистого неразделенного ума, бесконечного ума. Какое мужское, какое женское, когда каждое живое существо есть лишь или затемненное, или просветленное существо. А будет ли оно с членом или без члена, какая разница? Нет, мы же имеем, как у Пелевина Чапаев говорит Петьке, Петька, ты что, с ума сошел, короче, все есть, я есть, все есть. Мы же говорим, если бы мы были все просветленными аспектами, то да, окей, я, короче, готов принять эту версию. Но мы-то говорим, что мы находимся в сансаре, и в сансаре происходят свои течения обстоятельств, и это вполне буддийская версия. То есть мы наблюдаем ментал. Я как буддист, я за то, чтобы в России было православие, и оно должно быть конкретным. Я как буддист считаю, что оно такое должно быть, потому что это щит в данном случае от всяких блуждение ума, и буддист, он как же, он используется тем, что есть в сансаре, для того, чтобы привести всех людей к счастью и к любви и состраданию. Поэтому это всего лишь христианство, я вижу, как инструмент, причем хороший инструмент, и в данном пространстве я лучше него пока не вижу. Я вот некоторое замечание, ну, во-первых, насчет христианства, все-таки я думаю, православие для России это тупик. Вот. То есть это консервация, это понятно, что что-то не пройдет сюда из треклятого Запада, но это в конечном итоге это странный ближневосточный культ, который ну, здесь прижился, но это тупик. Он не позволяет раскрыться действительному потенциалу нашего народа, я так считаю. Ни интеллектуальному, ни... Версия твоя, что не является тупиковой ветвью. Надо до основания разрушить и строить сам. Ну, то есть, возвращаться к язычеству. Основываясь на мужской ментальности, то есть выстроить еще одну ментальную конструкцию. Да, окей. Да. Ну, дело в том, что возвратиться к язычеству, допустим, сейчас не представляется возможным. Да. Поэтому нужно просто начинать творческий поиск. Роман Капарда, короче, еще одного. Ну, ладно, я про феминизм хотел сказать. Я тут у Александра Гельевича Дугина вычитал такое интересное наблюдение, что феминизма вообще-то два. Феминизм, феминизм рознь. Есть феминизм различия, есть феминизм равенства. То есть феминизм равенства, это, соответственно, женщины говорят, мы такие же, как мужчины, мы можем шпалы укладывать, мы можем в оранжевых куртках ходить по железной дороге. Это вторая волна феминизма. Да, борьба за рабочее место. Да, можем как бы работать и директорами там, и так далее. Это феминизм равенства. А есть еще более такая тонкая штука, как феминизм различий. Они говорят, вы нас там 10 тысяч лет во время своего патриархата, значит, гнобили. Вот. А теперь позвольте обратить ваше внимание, что мы есть, и мы совсем другие, и мы хотим равных прав, но в своем отличии, а не в том, что мы равны мужчинам. Вот. Вот я не знаю, это плодотворная мысль. Вот пока она, мне кажется, плодотворной. Да? О, действительно интересно, можно вот к этому феминизму даже прислушаться, вот как бы ты. Но вот когда-то мне то же самое казалось про свободу, когда рассказывали, дескать, ну, либерализм рознь, есть свобода для, есть свобода от, и много там вот этих нюансов. А я сейчас понимаю, что-то они нас просто обманули, мы лет 5 потеряли. То есть вот так вот думаю, свобода, различая вот эти вот сорта там, вот это свобода от, а это свобода для, да нет. Это обман. Точно так же вот, пока что мне вот понравилось это, вот, мне кажется, она плодотворная идея с феминизмом, равенством, феминизмом различия. Может, через 5 лет я скажу, что это чепуха была. Что ни то, ни другое. Вот. Ну, это так.
Я же спрашиваю очень сложные ментальные конструкции. Женщины знают, как правильно. Которых ты можешь заблудить, знаешь. Если женщина остается женщиной, она не превращается в X-пол, вот тогда все окей, тогда женщина все знает. Ну, это эксперименты. Человечество всегда делало эксперименты. А по поводу феминизма, ну, с точки зрения антропологии, если рассуждать, наш род всегда, сколько себя начал осознавать, пытался двигаться к каким-то совершенно неясным берегам. Нам всегда было мало того, что есть. В совсем давние времена человека больше интересовал не он сам, а окружающий мир. Небо, бытие, жизнь, смерть, ну такие вот глобальные процессы. Человек погрузился своим вниманием в то, что мы называем религиозные практики и теории. Создалось христианство, буддизм, разные виды язычества, ну, много всего. С другой стороны, что есть у всего этого общего, если мы позволяем себе делать какие-то обобщения? Все это попытка прорваться, попытка поймать какой-то глобальный, охватывающий все смысл. Но в этих попытках поймать нечто максимально глобальное, люди настолько локализовались в своем понимании этого глобального, что скорее готовы были перебить друг друга за разночтение в версиях, как двигаться к этому бесконечному, чем на самом деле к этому бесконечному двигаться. Надеюсь, я не слишком запутанно выразился. В общем, как говорил Вольтер, в мире достаточно религий, чтобы люди бесконечно воевали друг с другом, но еще недостаточно для того, чтобы не повернулись друг к другу лицами и начали говорить. То же самое с концепцией человека, с концепциями нашей identity. Фемини, педерастия, которую вы пели там, ну вот, X, о которой ты говоришь. Ну, какие там еще варианты? Вообще, в принципе, все темы новой этики, которые сейчас актуальны. Допустимые, ну, неприемлемые, харассмента и так далее. Ну, как-то так. Я вот замечу, что если кто-то выращивает эту вот новую идентичность, такую, да? Ведь совершенно очевидно, что в это вкладываются и деньги, и средства, и там гигантские интеллектуальные усилия. Кому-то это нужно, и вполне возможно, когда-нибудь они начнут стрелять. То есть боевая армия там педерастов, это ну, уже ну, практически кстати, реальность, это надо. Сейчас же агрессивный феминизм, по сути. То есть если их выращивают, значит кому-то это надо, и не очень добро. Black Matters, они сейчас очень агрессивные ребята. То есть получается, что там вся фишка, опять же, если мы говорим о феминизме, то четвертая волна, когда они заговорили о гендерном равенстве, пришел такой момент, что это выглядит с точки зрения феминизма как освобождение мужчин от порабощения их гендерной принадлежностью. Грубо говоря, то есть представьте, то есть есть мужчины, они говорят о свободе от гендерной принадлежности, освобождая этим мужчин, то есть они как освободители, причем это, если раньше была защита своих прав, то теперь это атака, и это причем такая конкретная. Теперь мужчина может не только в красных, а допустим в розовых носках пойти, как свободный от идентичности. Не помню, кто из русских классиков привел такое наблюдение, может быть даже Чаадаев в своих философических письмах, он говорил о том, чем отличается восприятие одних и тех же идей на Западе и в России. Естественно, что все идеи, которые привлекают русское внимание, они все-таки рождаются на Западе. Начиная с византийских времен и начиная с тем более 18-го столетия, мы их очень гениально перерабатываем, но иногда не гениально, а как-то очень по-своему. Ну, безумно их перерабатываем. Допустим, вот мысль Чаадаева о том, что для европейца является некой гипотетичностью, неким поиском формы, то русский воспринимает как жесткий догмат. Для русского это однозначная 100% версия реальности. Он верит в это или ненавидит это по полной версии. То, что ты сейчас произвел, да, оно мне вот напомнило как раз эту чаадаевскую версию. Европа, ну опять же, очень, ну, скажем так,
очень минимально говорить о каких-то своих впечатлениях. Тем не менее, прошлым летом, когда я двое суток бродил по Франкфурту на Майне, это довольно оживленный, большой европейский город. Да, у меня была внутренняя такая, ну, настройка, что вот сейчас я, ну, увижу, наконец, да, вот, какие-то многочисленные пары геев, трансвестити и, ну, все вот это вот, о чем здесь у нас говорится. За двое суток я встретил одну гейскую пару из десятков, ну, сотен, там, больше тысячи тех, кого я наблюдал. Мне кажется, это некое, ну, довольно, ну, такое сектантское или периферийное движение, которое есть и есть, да, некий эксперимент. В России, тем не менее, оно почему-то обретает значимость и монументальность, какой-то ядерную угрозу. Так, я тут пока выбираю, чем мне сыграть. Ну, линия любви обрывается сегодня, о, и яд, и вороны летят, для них теперь свободен я. Слова про моя любовь кончилась, кончалась, поменялась местами с дерьмом.
теперь без нее и о чем? Ветром надуло лицо и плечо. Добрые люди кругом, добрые люди кругом, добрые люди, добейте нас кирпичом. Моя любовь кончилась, кончалась, корчилась, лежала пыли. Были мы, или не были? Было ли кому какое дело, или все пыль? Пыль, все пыль, пыль, все пыль. Скорости света и тьмы, попутного ветра не надо моим парусам. Я сам по себе, по космос, по себе сам. Не для меня за часом час, лица вечное сейчас, жмурясь желтым фонарем. Комета шлейф тает, растворяя свет. Не было и нет, ду-ду-ду-ду, не было и нет. Не было и нет, ду-ду-ду, не было и слезами плавятся, как лед, и не спасает глупый день, и не спасает мудрый дзен. Все мысли липкие, как мед. Не запасаем мы впрок, время уходит из-под ног, колкими искрами песок.
Сердце комета шлейф тает, растворяет.